אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן בוא נפתח ספר במדבר פרק 13 ונקרא מפסוק 21 עד 28 בעברית הפרוסקי צ'יסלו 13 נסטיך פריוז 22 פו 29 במדבר 13 21 עד 28 ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבו חמד. ויעלו בנגב ויבואו עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק. וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען, מצרים. ויבואו עד נחל אשכול ויחיתו משם זמורה ואשכול ענבים. אחד, ויסהו במות בשניים ומן הרימונים ומן התאנים למקום ההוא קרא נחל אשכול על אודות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדד בני ישראל אל מדבר פרן קדשה וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה אפס, כי אז העם היושב בארץ, והרים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. אמן.
Тишву Бавакаша, присаживайтесь, пожалуйста. Также зачитаем на русском. 13 глава с 22 по 29 стихи, на один стих вперед. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син, даже до Рехова, близ Емафа. И пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сесай и Фалмай, дети Енаковы. Хеврон же построен был 7 годами прежде Цоана, города египетского. И пришли к долине Исход, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смоков. Место сие назвали долина Исход по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес. И принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов инаковых мы видели там. Амен». Амен. Шаббат шалом ликулям. Шаббат шалом всем. Коля парашат шаво никрет шлах. Вся парашат шаво называется шлах, пошли или отправь. Ванасе шалан айом зе бахну эт ацмахем. И сегодняшняя тема — это исследуйте самих себя. Мишпат азе никах ми коринтим, ше кол эхад црих левхон эт ацмо аиму беимуна. И эта тема, она взята из Коринфянам, где написано, что каждый он должен проверять, исследовать себя, верил ли он. Мы видим, что народ израильский отправляет 12 соглядатаев, 12 представителей народа для того, чтобы осмотреть землю. И они увидели, что в этой земле есть очень много хорошего, есть течет молоко и мед, есть очень много плода. Но есть одна проблема. Что все это находится под властью и под правлением других народов. И мы, люди, очень похожи на землю. И этот поход этих соглядатаев для того, чтобы осмотреть землю, очень похож на нас, когда мы должны исследовать самих себя. Кули. Исследовать всего себя. И мы видим также через это, что внутри нас есть также и хорошие вещи, как и хорошие вещи, так и неправильные вещи. Есть яцер тов, есть яцер ра. Есть доброе начало и есть злое начало. Ветох маамин есть тева хадаш ве тева яшан. Внутри верующего человека есть новая природа и есть старая природа. Ве кол адварим товим о яцер тов арбе паамим немца баядаем обашельтон шель яцер ра. Иногда многие хорошие вещи, это доброе начало, находится под властью злого начала. כל הזה חלב ודבש ופרי טוב זה פוטנציאל של כל בן אדם שעם זה הוא יכול לשרת את האדון. Текущее молоко и мед и хорошие плоды – это есть потенциал в каждом человеке, который может служить Богу. אבל הוא נמצא בידיים של יצרה וצריך לשחרר אותם. Но это находится в руках и под властью злого начала, и эту власть надо освободить. מאיפה הם מתחילים לחפש ולטור את הארץ? Откуда они начинают осматривать землю? הם מסתכלים במדבר, מתחילים במדבר. Они начинают с пустыни. וכתוב שהגיעו אפילו עד רחוב. И написано, что они также дошли до Рехова. רחוב זה גם אותה מילה שרחב. Рехов — это от корня широкий, просторный. ואז כדי בשבילנו לראות את כל התמונה הרחבה של עצמנו. А нам для того, чтобы увидеть всю широкую картину о нас. מאיפה כל בעיה הגיעה. Откуда каждая проблема она пришла? Мы должны идти назад в нашу пустыню. Посмотреть, где мы застряли и где мы начали засыхать.
Так же, как и они начали с пустыни и потом увидели всю землю. Арбе памим бенадам ло мевин мефо кол абайот эле айом. Очень часто человек не понимает, откуда все эти проблемы. Царих лалехет ахора велерот эфо итнатакну меадон. Надо пойти назад и посмотреть, в каком месте мы отошли, отключились от Бога. ופתאום שהם ראו את כל התמונה הרחבה, הם ראו כל כך הרבה עמים. И когда они увидели эту обширную широкую картину, они вдруг увидели множество народов. והרבה חשבו, טוב, ארץ טובה, אבל יש כל כך הרבה בעיות פה. И многие думали, действительно земля хорошая, но тут слишком много проблем. כמה פעמים אנחנו חושבים על עצמנו שאנחנו טובים, אנחנו, אין לנו כל כך הרבה בעיות, אבל אם אנחנו נכנסים ובאמת בודקים אחד את עצמנו, אז מתחילים לראות שיש מלא בעיות שצריך לתקן. Иногда мы говорим о себе, что мы хорошие, и у нас практически нет никаких проблем или недостатков. Но когда мы глубоко смотрим внутри себя, мы замечаем, что у нас есть очень много проблем, которые надо решить. לדוגמה, אחד מהעמים, חיטי, ממילה חד. К примеру, один из народов — это хитей, от слова хад, страх. זה גם פחד, נכון? אנחנו גם מתחילים שמתחילים לחפש, מתחילים לראות שיש לנו הרבה פחד בחיים. И когда мы начинаем исследовать самих себя, мы замечаем, что внутри нас есть много страха. מפחדים לתת לאדון את כל הזמן שלנו, מפחדים לשחרר דברים מאיתנו. Мы боимся отдать Господу все наше время, боимся освободиться от некоторых вещей. גם תראו, יש ענקים גם. И смотри, также тут есть великаны. ענקים זה ממילה ענק. Великаны от слова огромные. וזה בעיות ענקיות שאנחנו מתחילים לראות בתוך עצמנו. И это прообраз реальных и сильных проблем, которые мы видим внутри себя. ענקים הגיעו מנפלים, כתוב יותר למטה. И дальше написано, что эти великаны, они вышли от исполинов или от падших. נכון, וזה מאוד מעניין, כי זה מסביר טוב מאיפה באות את כל הבעיות הענקיות שלנו. И очень интересно, потому что это объясняет, откуда приходят все наши проблемы. זה בא מהטבע שנפלה. ענקים מנפלים, הבעיות ענקיות מהטבע שנפלה. И эти все проблемы, они приходят от павшей природы, как и все эти великаны, они произошли от павших. נכון. ואנחנו רואים שכל אחד פה נמצא, שכל אחד שלא רצה להילחם איתם, בעצם הם רצו לחזור למצרים. И мы видим, что все те соглядатели, которые не хотели воевать со всеми народами, они решили вернуться назад, в Египет. כלומר, הם לא היו נמצאים באמונה, כמו שהתחלנו לדבר. И как мы начали говорить, они не находились в вере. ואלו שכן רצו להילחם, הם היו באמונה, כי הם הסתכלו על דברים טובים. А те, которые да хотели сражаться, они находились в вере, и они смотрели на положительные вещи. Когда ты смотришь на брата своего, как на эту землю, и ты начинаешь замечать, что внутри него есть очень много великанов или хетов, или каких-то проблем, то ты не хочешь иметь с ним никакой связи, никакое дело. Но если ты будешь смотреть на хорошую часть, хорошую сторону своего брата, и с его преимуществами ты будешь покрывать его недостатки, ты приобретешь его и не потеряешь. יש סיפור בפרק 15 של במדבר, אנחנו לא נקרא. В числах есть одна история в 15 главе. שאחד היה מוסיף את העצים בשביל אש בשבת. То один он колол, собирал дрова для огня в шаббат. ובסוף הרגו אותו. И его в конце убили. וזה גם, יש בזה תמונה גדולה. И тут есть очень большая картина. כי יש גם הרבה מאיתנו ש... מוסיפים את הסיבות כדי להדליק את האש נגד מישהו. Потому что многие из нас мы собираем якобы причины для того, чтобы разжечь огонь против кого-то. ומה שקורה זה הורס את השבת מנוחה, כמו שקרה עם האיש הזה. И то, что случается, то, что произошло с этим человеком, что он рушит себе покой в субботе. דרך אגב, הסיבה לכל העונש מוות לחטאים ספציפיים, Кстати,
Причина смертных наказаний за определенные грехи для того, чтобы показать, какой большой вред этот грех делает душе. Есть хатаим, что не аргу, бешвелам, но есть, что кен, и это мазбир, что это горем незек анак ле нефеш. Есть такие грехи, за которых просто наказывали и не убивали, есть такие, за которых и убивали, для того, чтобы показать, какой большой вред причиняется душе. Это гмальти нав, если мишу лосе это, и немца базнут, а за... כתוב במשלי שהוא הורס את הנפש שלו. Допустим, заповедь непрелюбодействия, тот, кто это делает, то в притчах написано, что он разрушает свою душу. אז לפתור את הבעיה, מיד אחרי זה שהאח הזה הרגו את האח הזה בשבת שתפסו עם העצים, מוצאים את החוק על הציצית. И после того, как исполняет это смертный приговор тому человеку, который собирал дерево на шаббат, сразу есть постановление про цицит. Для того, чтобы цицит напоминала заповеди. Это также решение для нас, как решать все эти проблемы, как отдаляться от злого начала. Это через заповеди, которые являются границей между добрым началом и злым началом. Чтобы злое начало он не посек и не посягал и не крал из доброго начала. И написано очень интересно, я этим закончу, что цицит было сделано из голубого цвета. Тхилат, кен, аваль зе гам умрим, ше зе цева кахоль ве ярок, и зе ая асуй михилазон. Есть мнение, что цвет он был смесь синего с зеленым, потому что он был сделан из определенной улитки. Ве еш месер лану аль зе. И у нас есть очень хорошее месер, смысл. Послание. Им еш анашим, ше умрим, ло, митцвот, зе кольках каше, ани ло холи лехем им атева шели. Если люди говорят, что нет, заповеди не слишком тяжелые, я не в состоянии бороться со своей плотью. Я думаю, Бог специально показал нам, что даже если из простой улитки можно изъять свет для чего-то святого, для цицита, кама йотер бен адам ша неврами бецельмовы бедмуто шел Элохим, то тем более человек, который был создан по подобию образу Божию, силой Божией он способен исполнить все заповеди. Как написано в Брите Хадаша, что двор Адонай он ло рахок мейтану, а мицва за коров. Как и написано, что Слово Божие, оно недалеко от нас, оно близко к нам. Шелуим варех отану, хаварим. Пусть Господь благословит нас, друзья. Лилахем негед тева яшан. Бороться со старой природой. И заповеди это то, что помогает нам в этой борьбе. Амин. Давайте встанем на наши ноги. Барух ата Адонай Элоэну мелех аолам, ашер натан лану торат эмет, вехай аолам ната бетохену. Барух ата Адонай нотен התורה. Амин. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. אמן. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שם.